На праздник были приглашены все дети микрорайона. Организаторы ждали 1000 малышей, но дождь внес свои коррективы. Вы видите, вот бесплатно абсолютно, и угощение. Причем только у нас на Косеве. Я была и на Бытхе, и на Макаренко, там это все платно, здесь бесплатно. Ну, стараются для детей, нам очень нравится. И вообще мы любим наш Косев. Новогоднее представление, хороводы, воздушные шары, подарки, а также приз за лучший карнавальный костюм, телефон. Для всех гостей, маленьких и взрослых, испекли несколько сотен булочек и кексов. Елка есть, Дед Мороз есть, Снегурочка есть. Еще что? Да, подарки. Да, вкусные очень угощения, пирожки, кексы. Все дети вон прыгают, бегают. Это для них просто счастье. Новогодняя елка в микрорайоне КСМ проходит уже 6-й год подряд. ТОС организует ее специально в первых числах января. Люди уже привыкли к этим праздникам и приходят для того, чтобы повидаться с друг другом, поздравить друг друга с Новым годом и провести просто хорошее мероприятие у себя на микрорайоне. Я хочу, чтобы наши жители побольше обращали внимание на себя, побольше занимались своим саморазвитием и своими домами, своими придомовыми территориями. У нас один из лучших микрорайонов в городе Сочи, и вместе мы его можем сделать идеальным и образцовым, и даже показательным для других микрорайонов. В этом году даже первый снег в микрорайоне КСМ прошел раньше, чем во всех остальных. Это тоже заслуга организаторов. Но в конце праздника всех детей порадовали сладкой ватой. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.